такую решетку у себя с номера. 10 лет, видимо, на ней ездила, вся ржавая. Хоть нового смысла нет, все равно ее не будет видно, но я ее подкрашу. Сзади будет как держак. Спереди будет вот такая няшечка. Вот примерно в таком виде. Ну и по середочке номер. Так, болгарка нам нужна. Подрезать не встают по дырках. Немного болгарки. Спиливаем рамочки. Краешечки сейчас будем примеряться. Ну, вроде бы влазит. Вроде бы все влазит. Сейчас пойдем ставить. Посмотрим, как все это будет. На днях поставил этот номер. Такая порнография вообще. Жижа просто. Я тебе говорил, ну вот как это вообще? Вот я вот когда едешь, вот это не трясется, у тебя трясется вот это. Нижняя часть. Ну болты-то потом верхнюю. И она бликает, знаешь, как вот я на трассу, когда за тобой ехал, заметил, что она. Это, короче, мне Артема подогнал вот такие штуки. Номерные знаки. Держатели. Они под пленку, он сказал, они какие-то нержавейка, хромированы, что ли. Ну, вот давай, это, откроем. Давай вот эту откроем, он мне две дал. Ну, посмотрим, она как-то вроде... А, ну она вот металлическая, вот он эта. Сказал, да, она закрывается как-то винтиками, болтиками, так закручивается. Вот хромированная. Хромированная, с нержавейки. Что, попробовать ее прикрутить? И вот что посерединке, видишь, должны-то быть два болта вот здесь. Или что, блядь, засверливаться? Это вот что ты мозг будешь? Я вот сделай, как я тебе говорил изначально, и все. И возьми пятерку голову. Стали, сделай блядь, себе. Блядь, там вот такую пластинку, 2 сантиметра, вот такую сделай. Будет, ну да, он будет вот так играть, будет. Как она будет пятеркой играть? Ты что, прикалываешься, что ли? Сам знак будет, короче. Ты его прикрутишь, он не будет играть. Вот уже понадежнее эта штука вся. Не так болтается, как то говно первое, которое я сделал. Вон он валяется, это... Дерьмо десятилетнее. Мною заколхожено. Не-не-не, это рамка та будет заводская. Рамка на отдельных болтиках крепится. Вставляй номер туда. Вот так номер без этой рамки? Да нет, да. Да-да-да. А что рамку-то ты какую хочешь? Да вот она рамка, вот она. Давай ее сразу с рамкой. Нет, там туда сначала номер ставится. Сначала он там фиксируется как-то номер, видишь? У него какая-то ебота там. Какая ебота? Да, 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 вот так. Чтобы он не дребезжал там ничего, наверное, да? Оп. Фу. Можно даже окантовку не ставить, да, он будет держать. Да потом пленку отдерем. Не, тут еще понял, специальные болтички идут. Как она прикручивается? А тут вот еще вот в эти дырочки идут специальные болтички. Он сначала на эти заклепочки садится. Нет, там оно должно как-то заклепываться прям. Садиться на эти. Плотно село, мне кажется. Неплотно. Так, химичим дальше. Ну все, без Вити я бы не справился. Номерные знаки вообще теперь состоят из двух. Там одна подложка. Все, нигде ничего не бренчит. Все четенько, все плотненько. Как должно быть. Колхоза у нас по минимуму. Без него никуда, но по минимуму. Витя пивка, это хорошо. Ну и передняя рамочка также. Опять же у нас. Не бренчит, не гремит, ничего. Все нормально. Таит.